студии Ольга Каминская. Сегодня в выпуске. Ключи от счастья. Просторная квартира для молодой пайщицы ЖК «Бествей» Елены Матюхиной. Для Алексея Матюхина бизнес «Life is good» стал семейным. Его дочь Елена является пайщицей ЖК «Бествей» и на днях получила ключи от просторной двухкомнатной квартиры в ближайшем Подмосковье. Молодая хозяйка Елена Матюхина с большой радостью показывает нашей съемочной группе свое новое жилье. Позади тщательный выбор объекта, всего было рассмотрено около 200 вариантов. И ЖК «Бествей» выкупил для Елены долгожданную недвижимость. Все сделано очень удобно, что хочется сотрудничать, идти навстречу и покупать квартиру, рассказать об этом всем, потому что действительно очень удобные условия, приятные, приятно работать и с людьми, и с документами, все очень быстро, слаженно и, ну, действительно все сделано для людей. Квартира расположена в многоэтажном доме, район с развитой инфраструктурой, пешая доступность от метро. Сумму, необходимую для первоначального взноса, Елене предоставил отец Алексей Матюхин в качестве старта к началу самостоятельной жизни в столичном регионе. Даже не могу поверить, то, что ну, вот она все, вот уже вроде моя квартира, как-то все настолько быстро как-то ощутилось, и то, что вот уже квартира, вот я уже в ней стою, у меня ключи. Самое главное, что есть фундамент под ногами, и теперь уже можно строить дальнейшую жизнь. Почему «Бествей»? Доступность, выгодные условия. Боевой счет в Сбербанке России. Прозрачность работы кооператива. Защищенность законодательством Российской Федерации. Необходимые документы – только паспорт. Гарантия возврата 100% паев согласно законодательству Российской Федерации. Доступная недвижимость для каждого с кооперативом «Бествей» – это реальность.